Население республики непрерывно растет, улучшается качество жизни. И, соответственно, помимо всех остальных факторов, наблюдается постоянное увеличение количества автовладельцев. Для существенной экономии времени и средств казахстанских автовладельцев были открыты специальные центры обслуживания населения. Учреждения для оказания населению государственных услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспортного средства по принципу одного окна. Для комфортного и быстротечного процесса регистрации созданы все условия. Имеются кабинеты медицинского осмотра, в том числе кабинет нарколога и психиатра. Главным принципом всех услугодателей является принцип «равный с равным», ориентированный на открытый диалог с услугополучателями. Біздің міндет халыққа қызмет.